На международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские узоры» Егор Вдовин покорил жюри песней «Там нет меня». За блестящее исполнение ему присудили гран-при конкурса. Я думаю, как и у многих, на всех конкурсах, естественно, присутствует волнение перед выступлением и выходом на сцену. Конечно, мы прорабатываем все моменты перед выступлением, перед конкурсом, задолго до этого также. Конечно, у меня тоже было волнение, но в Казани особенно, когда я вышла на сцену, это волнение пропало, и уже было удовольствие исполнять номер. На конкурс отправились 10 вокалистов из студии «Звездопад». С дипломами и кубками вернулись все. Алина Тавторкина, Виктория Круковская и Екатерина Торпова стали лауреатами первой степени. Грустит моя душа, а тебе едва дыша. Екатерина выступала с песней Юлии Началовой «Жди меня». К выбору репертуара девушка подходит ответственно, выбирая со своим педагогом содержательные и глубокие произведения. Эта песня очень душевная, проникновенная. Я выбираю песни, которые я могу понять, могу донести до слушателя и вложить в исполнение частичку себя. В период самоизоляции и карантина я занималась дома, готовилась, учила песни. У каждого участника в коллективе свой репертуар. Педагог помогает ребятам подобрать произведения, которые они смогут понять, прочувствовать и донести до зрителя. Серебро фестиваля-конкурса в разных возрастных категориях взяли сразу четверо воспитанников Светланы Аверкиной. Дарина Ковтун, Виктория Савина, Алена Сустатова и Анастасия Галякова. В Казани я выступала с песней «Вера», исполнительницы Зара. Репертуар я выбираю себе... Если нравится песня, я стараюсь ее довести, то есть до своей манеры исполнения, потому что голос у меня достаточно такой народный, и выбираю такие песни, которые, ну, такие душевные, ну, даже где-то есть признаки народности. А лауреатами третьей степени стали Ксения Зубова и Алина Туркина. Музыкальный настрой у ребят сохранился и по дороге домой. А потому пассажиры вагона, в котором ехали юные вокалисты, попали на незапланированный концерт. Такое возвращение с конкурсов уже давно стало доброй традицией коллектива.